Да, да, по-моему. А, нет, это у тебя двойка, тройка. Двойка, да? Двойка. Всем привет, меня зовут Илкин Шафиев, я уже такое ископаемое данной индустрии, работаю в индустрии, собственно, с 2013 года, можно назвать, как она появилась, как индустрия, так, ну, с года с 11-го, курю вообще там с очень маленьких своих времен. На данный момент я нахожусь в Краснодаре на съемках «Кальянной кухни». Ты готов ответить на 10 вопросов? Готов. Твое имя Илкин или Шафиев? Мое имя Илкин. Правда, что твой образ Big Russian Boss'а полностью придумал Антон, и он был виновником твоей популярности? Возможно, в какой-то мере, да. Касание или нормальная забивка с минимальным отступом? Нормальная забивка с минимальным отступом. Но опять же, все зависит от продукта. Самый дерьмовый город, в котором ты был как амбассадор Дарксайда? Сложно, не вспомню. Сколько зарабатываешь в месяц? Немного, но хватает на жизнь в Москве, по крайней мере. Что лучше, Мамай Микро или Мэтпир Мини? Режет без ножа. Окей, неловкий момент, вырежем. Мамай Микро. Почему нет коллаборации с тобой? Я уже просто ископаемый. Я могу максимум сделать коллаборацию с музеем Дарвина. Хотел бы вернуть все в 2014 год? Наверное, в какой-то мере да, но надо идти вперед. Время, как бы, время идет и, как бы сказать, в общем, да. Куда делась твоя энергия, твоя импульсивность, сумасшествие и спонтанность? Тут можно выразиться фразой из песни Макса Коржа «Малой повзрослел». Самый конченый вкус Дарксайда и самый крутой вкус Дарксайда? Bounty Hunter, а самый, наверное, Supernova. Ил, спасибо тебе большое. И сейчас есть возможность сделать либо маленькую рекламу, либо какой-то анонс будущих твоих мастер-классов или каких-то мероприятий и прочее. Всех люблю, всех обнял. Всем всего самого наилучшего.